Здравствуйте, 5 сентября, 20 лунный день. День благоприятный для всех полезных и перспективных дел. Неблагоприятный для жизненных начала рубки деревьев, работы с водой, землей, может спровоцировать лоскут духов воды, лечение любого медицинского воздействия и в дорогу. День благоприятен для людей, родившихся год мыши, свиньи, коровы и собаки. Неблагоприятен годам змеи и лошади. Ребенок, родившийся в этот день, будет простым, добрым, отзывчивым. В глубине души будет обладать храбростью. В Лугинском Нацане Цхурол Сагамубын за домашний скот. Начало в 9 часов утра. Улучшайте карму.